Год назад, 9 декабря 2015 года, «Ульяновская правда» начала новую программу «Правдивые истории» Дмитрия Илюшина. За год работы вышло 15 передач про интересные места Ульяновской области. Проект, рассчитанный на ульяновских зрителей, неожиданно стал популярным далеко за пределами области и привлек внимание сотен иногородних туристов. В субботу у вас есть уникальная возможность посмотреть все выпуски «Правдивых историй» на нашем сайте. Пошли!